Итак, ребятишки, смотрите, вот у меня налим, короче, здоровенный, на 5 килограмм. И сейчас у него, он что-то заметил, сорта торчит. Ну, по-моему, хвост от леща, по-моему, торчит у него. Сейчас бы как-нибудь... А может, карась? Не понимаю, не понимаю. Сейчас, подождите, друзья, обалдеть. Обалдеть, вот это монстр. Ну, потеряет сразу же вес свой, во-первых. Подожди, Андрей. Обалдеть, сколько у него тут всякой всячины. Смотрите, тут, по-моему, даже судачок есть. Или что это, или чебак это какой-то. Так, да, судачок, короче, небольшой. Вот здесь пошел еще ёрш. А, нет, тоже судак. Прикиньте, друзья, судак попался. И вот такой вот лещ, прикиньте. Захавал он, короче, леща вот такого. Друзья, смотрите. Прикол. Леща вот такого жрет. Обалдеть, друзья. Ставим лайк, подписываемся на канал. Вот это мой обжора. Друзья, вот такой вот монстр, короче. Ё-моё, ладно, выключай.